А сегодня будем играть в погоне за сыном. Всем привет, ребята. Да, мы будем сегодня играть в игру «Погоня за сыром», где здесь у нас есть такой вот классный кот, который будет гоняться за мышатами, которые хотят набрать себе побольше сыра, ребята, чтобы съесть его. Ребята, знаете, какой котик? Из игры одной. Да? Из какой это игры? Да, предыдущую игру мы играли, там был похожий котик. Ребята, обязательно посмотрите все наши видео и найдите этого котика, который очень-очень похож на котика из этой игры. Ну что же, по условиям игры мы расставляем вот такую площадку, где посередине располагается огромный кусок сыра. Мальчишки, выбирайте себе по мышонку. Кто какого выбрал? Игроки выбирают себе по мышонку. Арсений выбрал оранжевого, а Артем выбрал синего. Сейчас их запустят вот в эту дырочку, и они спустятся по лабиринту. Там внутри курочки, и окажется кто где. Пока мы этого не знаем. Вот на этом игровом поле. Ребята, знаете, когда сюда коски придет, сразу она вот так вот будет передвигаться. Да, по условиям игры, если мышонок попадает на поле, где располагается котик, то котик передвигается вперед, а мышонок поднимается наверх, начинает все заново. Правильно, Арсений? Да. Вот. У нас есть кубик игровой. Каждый игрок, когда спустится уже на наше поле, забрасывает кубик. И уже, соответственно, сколько цифр попадет, настолько и передвигается наш мышонок. По условиям игры нужно набрать побольше вот таких кусочков сыра. То есть, чтобы собрать полный круг. Полный круг у нас состоит из 5 кусочков. То есть, кто соберет 5 кусочков сыра, тот и победит. Ну что ж, я думаю, в процессе игры мы все разберемся, как правильно играть. Начинаем! Ну все, начинаем! Давайте, запускайте своих мышек скорее в трубу. Так, Артема что-то застряло. Куда там? Один кусочек. Ух ты! У Артема вот такой значок. Еще находи. Получает один кусочек сыра и бросает кубик. Шесть. Два, три. Ну давай заново, если вдруг запутался. Один, два, три, шесть. И он попадает вот на такой значок, который означает, что Артему нужно начать сначала и подняться по лесенке. Так, Артем снова спускается. О, снова на эту же. Снова на эту же попадает. И что там по условиям? Один кусочек сыра, что ли, Арсений? Да. Да, Артем снова получает один кусочек сыра. Так, теперь забрасывает своего мышонка Арсений. Куда же попадет его мышонок? Так, Арсения целых 2 кусочка, и Арсений теперь бросает кубик. Сколько же ему? Один, два, три. Так, сначала. Еще два? Где, Арсений? Еще два. Еще 2 кусочка. Арсению остался один кусочек, и он наберет полный кусок большого сыра. Так, Артем, ну бросай теперь ты кубик. Твоя очередь. На. Так, Артем, сколько 6. У тебя? У Артема снова 6. Ну, давай, ходи своим мышонкой. 1, 2, 3, 4. 1. У тебя 6, Артем. Угу. Артем, еще 2 шага тебе нужно сделать. 5, 6. Так, Артем попал в 2 кусочка сыра. Так, следующий бросает кубик Арсений. Так. 6. Ух ты! Это Артема мышонок. У Арсения 1, оранжевый. 2, 3, 4, 5, 6. Ух ты! Арсений набрал свой большой кусок сыра. Артему не хватило всего 1 кусочка. Ну что же, победил Арсений. Давайте его поздравим. Поздравляем? Да. Ну, молодцы, ребята. Пишите комментарии, ребята, кто в такую уже игру играл и получалось ли у вас собрать целый большой кусок сыра. Обязательно напишите свои комментарии и поставьте нам лайки, если вам понравилось. Так, ну победил сейчас Арсений, мы тебя поздравляем. Еще остается у нас 2 тура впереди. Давайте выбирайте новых себе мышат. Кто какого берет. Так, Арсений желтого,
Артем также оставляет себе синего. Так, сыр мы отправляем назад на склад. И начинаем снова бросать наших мышат в лабиринт. Так, кто первый? Теперь Арсений первый. В прошлый раз ходил Артем первый. Так. Ничего. Ничего? Не выпуска. Нет, ну если у тебя, Арсений, ничего не выпало, давай бросай тогда кубик. Шесть. Так, шесть. Один, два, три, четыре, пять, шесть. А, у котика, да? Это котика нужно нам передвинуть на один шаг, наверное, да? Да. Угу. Ну все, Артем, забрасывай своего теперь мышонка в лабиринт. Так, так, ну-ка постучи. Оп! Тут не цена. Ну тогда бросай кубик. Три, один, два, три. Что один, там тебе попалось? Один кусочек. Один кусочек. Бросай, Арсений, ты теперь кубик свой. Три. Три. Один, два, три. Или что такое? Ну что ж такое? Ну ничего, я думаю, обязательно... Еще сейчас нагонишь Артема и получишь свой кусочек сыра. Артем, бросай теперь ты кубик. Шесть. Шесть, ну давай. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Ой, ну вот вы братья. У вас даже ходы одинаковые. Вы друг за другом идете. Один. 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 И сначала. Один. И получает один кусочек сыра. Артем, давай, теперь ты бросай. Два. Два, один, давай. Два. Два. Два кусочка сыра. Ребят, ну а как вы думаете, кто в этой игре победит, Артем или Арсений? Так, обязательно проголосуйте, напишите свои комментарии. Так, у Арсения пять. Так, где же Арсений мышонок? Четыре, ух ты, наверх Арсений поднимается и спускается. И что там? Два куска. Два куска. Арсений догоняет Артема. Так, Артем, бросай ты теперь папе кубик. Пока идут вровень по три кусочка сыра. И что там у тебя? Один кусок сыра. Один кусочек сыра. Так, Арсений, теперь ты бросай. Так, давайте, давайте. Три, пожалуйста. Три Арсений загадал себе. У него только один. Так, сколько Арсений кусочек? Один кусочек сыра. Артем, бросай ты теперь. Ой, да кто же выиграет? У каждого по четыре кусочка. Два. Два. Один, два. Два куска. Так, ну что же, Артем собрал полный круг. Значит, во втором туре победил Артем. Поздравляем Артема. Да за один у меня победил. И начинаем третий тур. Ну что же, начинается третий тур. У нас ровный счет 1-1. Так, ну кто же сейчас будет ходить? Давайте на камень, ножницы, бумагу. Камень, ножницы, бумага, цуефа. Камень, ножницы, бумага, цуефа. Арсений выиграл. У Арсения лист, а у Артема камень. Так, Арсений, ну давай, запускай своего мышонка в лабиринт. Так, один. Один кусочек. А там чей мышонок желтый? Его нужно убрать. Так, Арсений берет один кусочек сыра. Артем, запускай своего мышонка. А, еще нужно, конечно же, чуть забросить. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Еще два. Вот это да. За один бросок Арсений получает три куска сыра. Артем, ну запускай ты своего мышонка теперь. Так, один у Артема один кусочек сыра. Артем получает и бросает свой кубик. Три. Один, два. Что там получает? Два куска. У нас снова ровный счет. 3-3. Арсений, бросай теперь ты кубик. Так, один у Арсения. Он попадает в котику. Ну еще и хорошо, хорошо, что я уже один. О! А почему один? Один так, кусочек сыра. Арсений зарабатывает еще один кусочек сыра. Теперь бросает Артем.
4. 2, 3, 4. Артем тоже попадает котику. Значит, еще раз бросай, еще раз. Кубик ты попал котику. Так, 5. И на 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2 кубика. Так, у Артема получается 5 кусочков. Ой, ну братики, конечно, сражались одинаково. Одинаково они шли, просто 3 кона вровень. Но Артем немного обогнал. Что, поздравляем Артема, в этой игре победил Артем. Жмите руки себе, как настоящие мужчины-соперники. Ребята, ну а кому понравилось наше видео, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал Артем Романов. Ребята, пока! Пока! Пока-пока!